Привет, друзья, это программа «Дело по плечу», программа, в которой мы обычно рассказываем про людей и профессии. И сегодня для того, чтобы начать этот выпуск, мне придется пешком подняться на 12 этаж. Все дело в том, что мы будем рассказывать про профессию лифтовика. Пойдемте со мной на 12 этаж. Осталось немножко. Пойдемте. Все дело в том, что не просто на 12 этаж, видимо, на 13 этаж пойдем. Именно там располагается машинное отделение. Оп. Рассказывать мне об этой профессии будет Сергей. Сергей, мы уже встречались по работе. Сергей, приветствую, спасибо большое, что нашли для нас время. Сергей, где мы находимся, что это за помещение, в принципе? Это машинное помещение. Самое главное в том, что оно совмещает две лебедки. Две больших установки. Да. То есть оно построено таким образом, то, что дает общий доступ из одного машинного. Но это удобно? Да, это, конечно, очень удобно. Здесь вот хорошо видны балки. Здесь на них даже у нас указана грузоподъемность. Эти балки были предусмотрены конструкцией. Когда дом строился? Да. Классно. Это у нас грузопассажирский. Грузопассажирский лифт. Да. Сколько он поднимает? 630 килограмм. Вторая лебедка, это у нас? Пассажирский лифт. Это у нас 400 килограмм. Вот. Это у нас самый обычный пассажирский лифт. Таких у нас в городе много. Это кнопка «Стоп», это необходимое требование безопасности, чтобы можно было в случае каких-то непредвиденных ситуаций произвести остановку. Лифта? Да. Если я вот так вот нажму, то есть все, у нас отключились. И никто уже сейчас не поедет. Куда еще? Уже не поедет. Ну да. Вот. Такая же кнопочка здесь. А, она здесь вынесена просто наверх. Да. Вот. Здесь у нас имеются режимы, сервисные режимы, они были предусмотрены заводом-изготовителем, то есть для упрощения, облегчения. Значит, что у нас еще здесь очень важного, на мой взгляд? Значит, у нас имеется контроллер. Угу. Вот. Здесь у нас имеется вот такая вот микросхемочка, видите, на ней есть такая даже наклеечка. Вот. Дата 02-05, в пятом году поставлена. Это у нас такой некий чип, он имеет прошивку. То есть это алгоритм работы, который ему был задан на заводе. Так. Вот. И у нас есть обратная связь. Это мозги лифта. Да. Понятно. Вот. И есть у нас еще обратная связь. То есть у нас есть вот такая табличка кода ошибок. Вот. Если у нас режим работы лифта не соответствует тому, что зашито вот здесь, вот. Допустим, контроллер не получил сигнал от какого-то датчика при работе нормальной, от какого-то выключателя. Он сравнивает и выдает нам один из вот этих вот кодов. Все понятнее и понятнее становится мне работа этих людей. Как рассказал нам Сергей, когда мы в прошлый раз с ним встречались, что жители домов, где расположены лифты, не очень любят, когда эти сотрудники приходят на свое рабочее место занимать свою непосредственную работу. Все дело в том, что как только они появляются, лифт перестает работать, потому что это техника безопасности. Особенно жители 12 этажа печалятся по этому поводу. Но так надо, люди, чтобы вы могли спокойно на работу добираться не по лестнице, а на лифте. Ну что, вот мы спустились из механического помещения и попали, собственно, там, куда никого не пускают. Это лифтовая шахта открытая, и лифт опущен до уровня пола. Сергей, это я же правильно понимаю, чтобы люди понимали, которые нас будут смотреть, я правильно понимаю, что это так как вы находитесь на этой лифте, это регламентировано и это допускается? Да, мы только обслуживаем персонал. Только обслуживаем персонал. Я здесь нахожусь для того, чтобы убедиться в исправности оборудования. Вот всего, что здесь вы видите, вот всего абсолютно. Сам непосредственно привод. Ну то, что он грязный, ну как бы для шахты это норма. Ну понятное дело, тут как бы не... Да, место грязное, вот. То есть вот у нас двигатель. Угу. Двигатель отвечает за... Открытие-закрытие дверей. Вот. И весь этот вот механизм, который вот этот, видите, тросики, ролики, это все общей конструкции. Сергей, я должен вас спросить обязательно, не страшно ли на 12 этаже стоять на лифте сверху? Здесь, наверное, не страшно, потому что вы непосредственно не видите высоты. Вот под вами кабина, как бы вы вроде как на земле стоите, да, вот пол и пол.
Ну, не смотрите туда, ну, вроде ничего и нормально. Для кого-то вот это, да, страшно, а для кого-то это норм, поскольку это работа его. То есть движение происходит на небольшой скорости очень. Вот. Это у нас режим ревизии. Можно покататься, да, конечно. Можно покататься? Нет, если только у тебя есть допуск, да, если ты... Не, ну, понятно. Да, то есть это для чего это нужно? Для того, чтобы, допустим, я мог проверить исправность дверей, то есть произвести здесь какой-то ремонт, обслуживание и прочее. Потому что доступ к дверям, он только изнутри шахты. Снаружи доступа никакого нет. И никакого ремонта снаружи произвести невозможно. Ремонт идет только изнутри. В шахту лифта нас пустили только после уговоров и обязательного инструктажа по технике безопасности. Но у нас все получилось. Самая, наверное, интересная часть программы начинается, поскольку мы, как обычно, пытаемся попасть туда, куда вас точно не пустят ни при каких обстоятельствах. Мы забираемся на крышу лифта. Пойдемте со мной. В общем, собственно, мы отправляемся на лифте. Поехали, посмотрим, как это. Страшно. Первый раз в нашей программе появляется оператор в кадре. Начинаем снимать, как это происходит, если вы едете сверху на лифте. Друзья говорят, что сейчас еще будет интересно. Здесь сейчас будет проезд противовеса. Кстати, выглядит все вот так вот. Едем мы сейчас с 12 на первый. Сказать, что я боюсь, ничего не сказать, потому что высота – это, наверное, одно из того, что я перебороть не смогу. Это у нас противовес. Ага. Это очень важная часть. Она у нас выполняет функцию амортизации. Она гасит все толчки, колебания и прочее. Если бы вот этого не было бы, то есть вот это бы рвало постоянно, лопались бы швы сварные. То есть эта часть, она выполняет очень важную функцию. То есть если я, вот, например, сделаю вот так вот, видите, так пружинка прожимается. То есть она выполняет функцию. То же самое у нас есть на кабине. Но это можно потом будет посмотреть. У нас точно такая же подвеска с другой стороны. Такого эксклюзива у нас еще не было. Если вы прислушаетесь, будет слышно, как щелкают датчики, когда проезжают шунты. Ага. Такие легкие щелчочки. Вот да, с этой стороны, да. Сейчас вот мы едем, да. Вот раз, я пытаюсь открыть дверь. То есть, ну, такая ситуация, да. Вот все, у нас лифт остановился. Видите? То есть я вот держу кнопку нажатой, у нас никуда не едет. Все, мы поехали. Вот. То есть я сейчас таким образом проверил выключатель, который у нас стоит на защелку, допустим. И такое действие нужно повторить 24 раза. Вы когда-нибудь бывали в подобных местах? Вы все были в подъезде, все ездили в лифт. Но вот такого еще, пожалуй, не видел никто. И на нашем канале однозначно. Да, пожалуй, в Сарове никто еще таким не был. Здесь не был, кроме сотрудников лифтремонта. Ну, вот такую работу электромеханик делает каждый день. Для того, чтобы убедиться в исправности оборудования, если что-то нужно будет отремонтировать, там, отрегулировать, это все делается непосредственно вот, в режиме онлайн. Вот мы сейчас едем, ну, сейчас пока вот у нас тут все нормально. Ничего тут у нас, лифт у нас в рабочем состоянии, я просто проверяю. Ребята, это было круто. Такого я еще, конечно, в своей практике не видел. Сергей, большое спасибо за то, что нашли время и показали нам то, как работает специалист в вашей сфере, как работает лифт и из чего он состоит. И вопрос, который я всегда задаю в конце программы, возьмете ли вы меня к себе на работу, если я решу сменить сферу деятельности? Учитесь, получайте профессию электромеханика и приходите к нам на практику. И дело вам будет под плечо. Спасибо большое, было здорово.